Мур, привет, друг, это Зверько, и рубрика с призом зрительских симпатий – Багульня. Если вкратце, тут я собираю баги, которые влияют на процесс боя, и многие из них присылают внимательные зрители. Погнали обузить. Грейнджер. Второй навык не полностью использует расстояние, которое указывает стрелка, и не хочет перепрыгивать широкие стены. Но если прожать первый навык, то расстояние прыжка увеличится. Как это полностью использовать? Например, прижимаешься к широкой стене и отменяешь анимацию прыжка ульты, после чего можешь подрубить первый навык и перепрыгнуть трудное место. Профит. Продолжая тему стрелков. Лесли. Купив бесконечную битву на Лесли, можно, не затрачивая навыки, провоцировать срабатывание бесконечной битвы. Для этого нужно лишь направлять ульту в любом направлении, и игра будет считать это за действие. Нужно именно направлять, не просто нажимать. Применяется это в случае, если навыки в КД или не хочешь их тратить. Из минусов, если противник рядом, то на него сработает ульта. Поэтому очень удобно на начальной стадии игры использовать этот баг, поскольку радиус ульты маленький. Исправили баг с Ван-Ван. На тестовом, когда Ван-Ван ультовала, если ее цель использовала очищение, то ульта переставала наносить урон. Сейчас все работает как следует. Многие просили проверить, запрыгивает ли Линк на стенку Грока и Баданга. Нет, потому что он может запрыгнуть лишь на прописанные препятствия. Поэтому Линк не скачет по башням или не бегает по трону. Также не используют временные препятствия. Дигги и Фарамис. Фарамис, если ставит возрождение и Дигги воскресает после смерти, то когда Дигги превращается в яйцо, ему еще раз начисляется смерть. Благо, противник за вторую смерть дополнительных денег не получает. Поэтому, если у тебя в команде Фарамис и Дигги, не факт, что Дигги фидил, возможно, это просто баг. Ханза. Как и с Гренкой, часто присылали этот баг. Если призрак Ханза находится в препятствии, в стене или башне, а ты прижимаешь возврат к телу, то тело телепортируется к духу. Хуже того, если демона убьют в препятствии, то тут же прилетит тело и будет стоять оглушенным. Зная этот баг, ты сможешь безопасно притягивать тело через препятствия и стараться не подставиться, чтобы оглушенное тело не появилось перед врагом. Кроме того, если по телу без духа вдарить навыками, которые имеют увеличенный урон по крипам, то урон будет выше. Потому что бездыханное тело система считает крипом. Также тело сильно страдает от доп. Навыка возмездия. Не баг, но интересная тема, которую многие просили проверить. Это дают ли скины бонусы. У меня как раз была Маша без облика. Смотрим. 116 силы атаки и урон по монстру 107. Покупаем облик и запускаем бой. Теперь атака 124, а урон 114. Окей, теперь берем опять базовый облик. Бонус сохраняется. Честно скажу, я не киберкотлета, чтобы волноваться о том, что я наношу на 7 единиц меньше урона в игре, где у героев несколько тысяч хп. Так что это малозначительный бонус, не волнуйся о нем. Гайд по новым настройкам будет, когда введут все грядущие изменения. Надо немного подождать. А на этом все. Подписывайся на канал, пиши комментарии. И если нашел новые баги, то пиши мне в ЛС моей группы. Удачи, друг!
они живы.